Благодарственные письма волонтерам, паспорта победителям школьных олимпиад и спортивных соревнований. Юных серпуховичей, активистов, которые работали во время пандемии, сегодня чествовали в молодежном центре «Патриот». Церемония прошла с соблюдением всех норм безопасности в условиях распространения коронавирусной инфекции. Еще 9 серпуховичей сегодня в торжественной обстановке получили паспорта. Документ гражданина Российской Федерации за успехи в учебе и спорте ребятам вручила глава Юлия Купецкая. Те, кому сегодня исполнилось 14 лет, вы уже являетесь лидерами. Вы уже являетесь одними из лучших своих образовательных учреждений, возможно, кружковой деятельности, являетесь победителями муниципальных, региональных олимпиад. И это говорит о том, что это лидерство есть у вас. У вас есть чувство ответственности, у вас есть чувство долга. И мне бы хотелось, чтобы с таким хорошим стержнем вы прошли всю свою жизнь. Ребята, которые сегодня получили паспорта, по традиции после церемонии вручения документов произносят клятву укреплять своей учебой, трудом и делами авторитет и доброе имя Серпухова. Среди них Ярослав Овчинников. Получение паспорта – это, в принципе, очень значимое событие, но получить его от главы и в таком торжественном месте, в такой торжественный момент – приятно втройне. И я буду и дальше стараться занимать различные места, становиться все лучше и лучше, чтобы город мной гордился. Ярославом Овчинниковым гордится и его бабушка, которая сегодня тоже присутствовала на торжественной церемонии вручения паспортов. Галина Береснева считает, что подобные мероприятия для Серпухова – хорошая, добрая традиция. Вы знаете, вообще-то какая-то гордость за страну, потому что звучат гимны, вот эта торжественная обстановка. И еще раз наполняешься какой-то любовью и гордостью, что ты живешь в нашей стране, в нашем городе, в нашей области. В молодежном центре «Патриот» сегодня чествовали и волонтеров. Активисты во время пандемии собирали и раздавали продуктовые наборы, помогали нуждающимся. Тем, кто был на передовой, Юлия Купецкая вместе с депутатом Совета депутатов Юлией Русецкой вручила благодарственные письма и подарки.